я решил подать в отставку и начать новый этап борьбы. У меня не опустятся руки, я не устану. Пусть они не надеются, и пусть они только не насчитывают избавиться от меня. Я тот солдат, который идет сколько может, а потом столько, сколько надо. Сколько надо для полной победы, для того, чтобы избавить Украину от этой мрази, от этой коррупционной грязи, которая капитализирует на крови наших солдат, на жертвах Майдана, которая предала идею украинской революции, и у которых единственная мотивация своего существования – это набивать себе карманы, усиливать свой клан и окончательно ограбить Украину до нитки. Не дождетесь.